Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики моего канала, с вами Штурмлак, и мы снова проходим ЮАГ. Часть 9. Научный сектор. Вот. Да. Научный сектор. Ла-ла-ла-ла-ла. Да. Ла-ла-ла, что-то долго грусть, не знаю. Так и должно же. О. Наконец-то мы добрались до научного сектора. Ну что ж. Отсюда до поезда должно быть уже недалеко. Пойдемте. Странно все это. Сначала эти твари, потом тот мутант, которого мы видели. Я не думаю, что эти люди могли просто так взять и заразиться. Послушай, Морган, когда я был в кабинете доктора Крюгера, я нашел его дневник. Там было сказано, что мутации способствуют некий вирус X. Этот вирус, судя по всему, нашли где-то неподалеку, в шахте, здесь. Сначала на вирус не обратили внимания, пока один из шахтеров не заболел. Я посмотрел записи. Все шахтеры, которые там были, умерли. Все до единого. Но никто на это не обратил внимания. Их просто списали со счетов. Как будто их вовсе и не было. А вирус начали продвигать как лекарство, исцеляющее от всех болезней. Мне кажется, что это всего лишь несчастный случай. Люди просто не знали, с чем имеют дело. Да точно, несчастный случай. Конечно. Врёшь ты всё. Они знали, с чем они имеют дело. Такого же просто не может быть. Чтобы они не знали. У нас по-прежнему те же самые пушки. Да уж. Мне вообще не нравится, как-то все тихо очень. Слишком тихо. Похоже, тут высота метров 50, не меньше. Нифига себе, падай! Вау! Я надеюсь, я не забью. Да уж. Я не стану прыгать. Поищу другой путь. Время на исходе, так что иди без меня. Постараюсь тебя догнать. Ах ты предатель. Вы представляете, он меня сам взял, кинул на призов судьбы. Чтоб я тут один остался опять. Вот гад. Ну ладно. Рискнем. Булками своими. Да. Стрёмное место. Вообще. Мне бы не хотелось в этом месте оказаться. Пипец. Двери. Тут все закрыто. А, я типа перешел на другую локацию, да, или что? Да.
Понятно. Я перешел типа на другую локацию. Долго мы бежим куда-то в небес лала, ну все такое. О, мы прошли. Да ладно. Здесь часть десятая. Развалины. Почему развалины? Типа все рушится тут, да? Или что? Сейчас увидим, почему развалины. Кстати, я что-то не помню, когда мы документы какие-то искали. Что-то я не помню этого. Может, я так давно в ней не играл? Читай про документы. Не помню ни слуха, ни духа. Часть десятая. Красная нора развалина. И 27 июля 2016 год. Найти поезд. Музыка настораживает, как обычно. Он умер? Да, фух. Слава богу. А то я потом сейчас он опять встанет. Да я уже запутался, куда нам вообще тут идти. Какие-то шахты или что это? Канализация. Я так и не понял, что это, ну ладно. Опа. Готовы, голубчики. О, чё это? Патроны для чего-то я подобрал. Ещё патроны. А для чего это? Для пистолета. А у меня пистолет полный. Не понял. Наверное, зря я так часто перезаряжаюсь, но ладно. Замечательно, я куда-то свалился. А, я прошел. Чё-то я развалин тут не видел. Ну, кроме того, что лифты падали часто. Часть 11, военный сектор. Интересно. Thank you.
Бездна, военный сектор, 29 июня 2016 года. Офигеть. Ну, у нас вся та же самая найти поезд. Та же цель найти поезд. Это мы должны на нем уехать, я так понимаю. Пёс, куда там бежим? Непонятно куда. Ну ладно. Чё-то долго бежим. Мне это вообще не нравится. Опа. Ух ты. Какая-то фигня упала. Нам не пройти, придется избежать обратно, понятно. О, нас уже встречают. Отлично, они мертвы вообще, пипец. Сюда, наверное. Да. О, развалины. Вот это я понимаю, развалины. Там я не понял. О, лифт. Куда ты едешь? Поехали. Алла-ла. Куда ты едешь? Долго лифт едет. Мне это совсем не нравится. Реально что-то он долго едет, мне нравится мне. Ну мы приехали. Так, патроны. Фу. Пипец. Так, три шестерки, какой-то пароль. Какой-то клуб, ладно. Опа. Так, давайте отсюда свалим. Быстрее. Опять будем так же долго ехать.
это я тупанул, конечно. Ну да ладно. Ничего страшного. Столько патронов просто бывает. Потратил просто так. Что-то я заметил то, что в этих частях как-то мало экшена, как было в тех первых, там, двух вот этих. Ну, трех, ладно. Как-то больше было. А тут что-то его мало. Ещё не пусть кто-то побежит на меня, да? Нет? Никого нет. Странно. Нам надо выбраться на поезд, уехать из этой базы нафиг, подальше отсюда. Что это за звук? Что это такое, спутник или что это? Куда-то вниз падает. Ладно, пофигу. Опа, ничего себе взрывчик. Вот это надо было назвать развалиной, а не то, что там был. Так, пароль все. Что я там взял? Не знаю, какие-то патроны взял, ладно. Опа. Так, пистолет. И мой автомат, еще будет с автоматом. Все, надеюсь. Голубочки. Так, тут никого нет. Будем бегать с пистолетом пулеметом. Так, тут тоже ничего нет. Ой, я вот так и чувствую. Сколько же у вас все? А это честно, на пистолете бы у меня бы точно столько патронов не хватило. Так, тут есть какие-нибудь патроны для этого? Чё, тут патрон пистолетный, что ли, для него получается? Чё-то видите, он подобрал пистолетный патрон. Походу, да. Значит, будем с этим ходить. То, что никаких других вариантов у нас нет с вами. Какие длинные коридоры. Не нравится мне это все. Вообще не нравится. Не, ну это я просто тут отбежал. Значит, нам туда бежать надо. Не показалось, что там кто-то был. Походу, нам вот сюда. О, часть 12 станции. Часть 12 станции, да. Пипец.
Что-то долго грузится, теперь это странно. Реально что-то долго. Тебе быстро, а это долго. Странно. Часть 12, последний шанс. Техническая станция. 2016. Ой. Поезд. Долбанусь, и чё? А куда нам? Тут всё закрыто, и чё? А как нам туда запрыгнуть? Так, что ли? А, нам вот сюда. Откуда у меня автоматы пули? Ладно, пофиг. Надеюсь, они за мной не побегут. Так, нам сюда походу. Взорвался, непонятно. Я не понял. А нет, нам вот туда. Вот. Так, мы прибежали. Где наш? Он же сказал, я тебя приведу, дождусь. Что-то странное, мне не нравится. Нигде он. Типа нас догонит. Ладно, поедем без него тогда. Все, мы прошли игру, что ли? Мы выбрались отсюда. Всем походу игру что ли прошли, да? А нет, смотрите-ка. Часть 13, поезд. Значит, это еще не конец. Получается. Это уже интересно. Чёрт. Часть 13. Аду или обратно эвакуация поезд 29 июня 2016. Чё-то странное. Мне пистолет дали, пулемет странно. Ну куда я вообще бегу? Проверять что-то или чё? Куда мне? Долго что-то я бегу. Ой! Ой! Это котел, в котором пункт его
а чё камера, я не могу? Что за бред? Он, интересно, пойдет или нет? Он не идет, ну и хорошо, пусть стоит там. Ух ты, музыка прикольная. Нравится. Бегом, бегом, бегом. Быстрей. Где же эти бегать, чтобы... А, это да-да, быстрее, я понял. Бегом, бегом, бегом. Валим. Походу нашего японца же убил. Нашего этого, который нас обещал. Либо я не знаю. Либо он выбрался как-то, в живых остался. Сейчас какое-то долгое замедление. Быстрее, ну чё ты так долго бежишь-то? Давай, F. О, мы разделили вагон, я так понял. Пока. Ползем, да, я так понял. Это чё? Уже всё? Типа апокалипсис. Город горящий. Обалдеть. Походу это то, что он сейчас видит, у меня такое ощущение. Куда нам идти вообще? Ой, что это со мной? Надеюсь, со мной все хорошо. Проснусь или чё? Я не понял. А он люди какие-то идут. Чё-то мне не нравятся они. Патри Грин? Иди с нами, если хочешь выжить. Что-то меня не напрягает они, как они могли, знаете, как они меня вообще нашли. Может, они как раз моего и убили, у того парня? Ну, бойца, который со мной был. Опа. Город. И меня кто-то еще сюда отнес. Может, свой, который выжил? Мы где-то вообще непонятно где очнулись. F. О, город в апокалипсисе, все капец. Ну, я так и думал, значит, это не видение у него было. Было.
Да. Пипец, что с Гордоном случилось. Я так понимаю, это тоже вырвался. Зомби, этот апокалипсис, внаружи. Не удержался он, короче, у нас внаружи. Все ясно. Мертвецы восстали. Ну, мне эта отсылка напоминает этот, Обитель зла. Ну что ж. Мы прошли игру. Так, ну что ж, мы прошли игру, вот разработчики. Мы играем так. Можно сказать, средняя, ну, она хорошая, неплохая. Ну что ж, подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк, всего хорошего, всем пока. С вами был Штурлак. Разработчики, вы молодцы, все, всем пока.